Я уже совсем большая и умею хорошо. Я в логические связи между яхтой и грошом. Арифметику учила, 2 + 2 могу сложить. Только мне не разрешают путь, пидор говорит. Стало с бабушкой плохо со слов пидорас. С потолка визжала громко на латыни про Донбасс. Строго мать сказала папин, приговор держа в руке, что такого выражения нету в русском языке. Я у телека сидела, а потом пошла гулять. Стали оба этих дела только больше убеждать. Вижу ясно, Путин, но лишь пробую сказать. Сразу пиксели цензуры рот спешат мне закрывать. Вдруг влетел ОМОН с запретом, но не только лишь болтать, а считать, что Путин, да и в принципе считать. По кобиле я решила, мел у брата попрошу, и по всей стене Кремля Путин не пидор напишу. По кобиле я решила, мел у брата попрошу, и по всей стене Кремля Путин не пидор напишу.